Так, всем привет! Новая рубрика «Новости Одессы». Нифига не ясно, нифига не понятно. Погнали! Вы артист? Нет, одессит. Когда слышу хорошую музыку, вижу порт, синее-синее море и вспоминаю. Шаланды, полные кефали. Так, девочки, начнем с первой новости, хорошей. Что? На прошлой неделе в Одессе родилось 134 маленьких украинца, среди которых две пары близнецов. Вот, это написала мэрия. 70 мальчиков и 64 девочки. Вот так вот. Так, смотрим дальше. Что количество мажорных машин в Одессе зашкаливает. Ну, это, по-моему, конца края тому не видно. Это же Одесса, детка. Что ты тут поделаешь? А вот нам предлагают одесситам бесплатный пляж в Аркадии. Какой красивый! Это вообще... Это я так буду бегать по телеграм-каналам одесским и смотреть, что нам тут предлагают, куда пойти и что делать. Понимаете? Заодно буду и вам показывать. Так, читаем дальше. Пропал ребенок какой-то. Это уже вообще не смешно, конечно. Слава богу, вроде бы заметили ребенка на какой-то неработающей ферме. Которая была расположена чуть дальше от водоема. Боже, куда же вона, ця дитина, пішла? С ней все хорошо, передали матери. Мама дорогая, кошмар, это можно чокнуться, когда дитина вот так вот пропадает, конечно. Вот это показывает, как ее шукали. Бачите? Дитину цю. Кошмар. Слава богу, что нашли. Так, а сколько ж тому, сколько лет девочки? Жительница села Старотриян заметила пропажу 6-летней дочери. Вот это вот, знаете, лето, все дети лазят в села, с двора в двор. 6 лет, конечно, тоже не маленький ребенок. Ну, не знаю, видите, там еще водоемы у них есть. Это дитё могло и потеряться, и утонуть, и все, что хочется. С детьми, короче говоря, девчата, надо смотреть. А, вот этот герой. Герой дня, видите? На руках у мамы. Ужас. Бедная мама, блин. Так, вот нам показывают, что 21 мая было вот такое вот природное явление. Сияние да Винчи. Это явление, когда темная часть Луны тоже оказывается подсвеченной за счет отражения солнечного света от Земли. Вот. Такая вот красота. А вообще, я всем советую пойти в Одесский планетарий и посмотреть в телескоп. Там можно увидеть и Луну, и Солнце, и Сатурн с Юпитером. Так как вот мы сходили с малым, мы получили массу удовольствия. Для ребенка это вообще, для меня было интересно, а для ребенка это вообще для общего развития красота. Так, погнали дальше. Вот ржачные новости. На привозе все стабильно. Видите, кого-то уже тащат. Этим алкашам им что, знаете, им что война, что не война, они бухали, бухают и бухать будут. И таскать их будут все время, таскаться с ними. Короче, нет слов, одни слюни. А вот, это я тоже вчера прочитала. На Малой Арнаутской своя атмосфера. Вот это почитайте. Дайте спокойно умереть. Это ужас. Это черный юмор. Ну вот это же такие люди, понимаете? Вот это я за несколько дней новости беру. И вот просто вам показываю. Кто вот не читает телеграм-каналы, я вам просто показываю новости, отвлекающие, не связанные с войной. Потому что мы и так тут подавленные все от войны. Так, развлекаемся как можем, девочки и мальчики. Он какой-то пожар на глушко на балконе. Это ужас, конечно, когда что-то загорается. Кошмар. Смотрите, как быстро оно все сейчас. Вот посмотрите, за несколько секунд там это пламя разгорится мгновенно. Вот так вот. На что-то, может, оставили или попало курок сверху. Тоже такое бывает. Может, кто-то неблагополучный там живет, не знаю. Но все страшно, девочки. Так, погнали дальше, погнали по трешовым новостям. Смотрите, я никогда не думала, что в море бывают змеи. Я думала, что они в лимане только есть, в речках. Шахматная змея на камне, кто-то написал тут дальше, я где-то читала. А внизу вон написано шахматная змея, вот видите она, капец, блин. Вот это вот, знаете, это точно еще один пунктик, что будешь думать об этом. Ужас. Вон тоже народ развлекается, видите? Швидка, певна допомога. Ой, цирк на дротике, блин.
кто на что гаразд, девчата. Главное, что туалет есть сразу, поняли? Биотуалет. Вот следующий, смотрите. Шел человек срывать цветочек, а там в кустах лежит оно. Ну а что ты здесь, бездомный? Ладно, погнали дальше. Не будем любоваться на эти прекрасные лица. Так, что это такое? Чтобы не нарваться на якась пошлятину. Ну, сейчас. Вот это мне вчера понравилось, что елки до сих пор выносят с хаты новогодние. Тоже веселые новости кто-то заснял. Короче, как-то веселится народ, в общем, как может. Вон, опять про море, пожалуйста, вам. Сколько народу было, это было какое число? Сейчас посмотрю. Сейчас, 21-е, по-моему. Народ, все хотят на море, потому что жара была. Сегодня уже дождик. Сегодня 23-е. Он тоже безбожники. Женщина застряла в балконе, лезла, короче, к своим собутыльникам, понимаете? Женщина-кошка какая-то. Где она там, что ее не видно даже. Я не могу различить, где она там находится, эта женщина. Но где-то она там точно есть. А вон, вижу. Вон она. Сейчас, найди белку, понимаете? Вот белка. Вот она. Тоже 21 мая день медитации. Это ужас, конечно, что молодежь себя гробит. Кошмар. Смотрите, молодая женщина, конченая гэть. Ужас. Страшно смотреть на такое, конечно. Вон кто-то троллит нашего мэра. Сравнивает его с этим. Забыла, как этого актера зовут, который агента 007 снимал. Снимался в этой роли. И наш мэр. Ну, короче, я же говорю, у нас тут веселится народ, несмотря ни на что. А мэр как мэр, классный мужик, блин, накачанный, спортивный. А за его деятельностью я не слежу, какие он там дела делает. Живем и слава богу, я всегда говорю. Вот кто-то тоже прикалывается. Видите, в оперном нацепили балкон, нейросеть. Понимаете? Вот, и такое тоже у нас. Веселится народ вот так вот. Новости про комаров, пожалуйста. Видите, сколько комаров налетело на лимане, на Хаджибеевском? Ужас. Но они сейчас самые такие злостные. И, по-моему, вот эти комары, это не те, которые... Это однодневки. Бывает такое, да. Что они налетают. Они потом на следующий день все валяются на полу сдохшие. Вот эти вот комары. Вот. Бывает такое явище природы. Но это, конечно, капец. Пережить это вам никакой фумигатор не поможет. И последняя новость. Вон какой-то джентльмен несет цветы своей даме. И на этом мы будем, девчонки, заканчивать новости. Если вам понравилась эта рубрика, я, конечно, еще поднатаскаюсь их снимать и юморить. А вообще пишите, если вам нравится такая рубрика, то я буду такое снимать. Обзор новостей с наших телеграм-каналов. Только это обзор будет полукриминальных веселых новостей. Так что всем пока. Подписывайтесь на канал «Гуляем, покупаем». Тём-тём.